Поздравления принимает Василючек Евгений Вячеславович. Дорогого и любимого сыночка и внука с 30-летием поздравляют родители и бабушка Лида. 30 – это молодость и счастье, яркие и радостные дни. 30 – значит, сбудутся блестящие планы и желания твои. Тебе желаем самых светлых дней, большой любви, тепла и доброты. Пусть много тебе встретятся людей, таких же замечательных, как ты. Храни тебя, сынок, храни тебя, храни. Храни тебя, сынок, от старости забытой. Храни тебя, сынок, держать у сердца зло. Храни от клеветы, храни от дел постыдных. Храни тебя, сынок, храни тебя, храни. Милый мой, свет в окне, не грусти обо мне, моей святой надеждой. Храни тебя, храни. Храни тебя, сынок, от правильного счастья. Храни от черных туч, прошедших надо мной. Храни от тех надежд, которые напрасны. Храни тебя, сынок, храни тебя, храни. Храни тебя, сынок, от позднего прозрения. Храни тебя, сынок, от ранней седины. Храни от горьких слез, от тягостных сомнений. Храни тебя, сынок, храни тебя, храни. Все меня прости.